Сотрудники ГИБДД нашли водителей автобусов, которые не имели лицензии и подвергали опасности жизни своих пассажиров. Только в июне было проверено около 600 шоферов. Проверка состоялась в рамках профилактического мероприятия. Инспектора ГАИ привлекли к ответственности водителей автобусов, а также проверили их на нарушения. В Челябинске за 5 месяцев текущего года произошло 30 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов, в которых один человек погиб и 35 получили ранения. В прошлом году изменениями в законодательстве предусмотрено обязательное наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозке пассажиров автобусами. Инспекторы проверили водителей по специальной базе данных, где указаны все шоферы, у которых есть лицензия. Тех, кого в списках не оказалось, оштрафовали. За это нарушение заплатить в казну государства придется до 400 000 рублей.